Я что хотел бы поручить? У нас есть федеральное, региональное законодательство о государственном флаге, о знамени Победы. Необходимо проконтролировать, чтобы у нас все главы муниципальных образований в республике разместили над административными зданиями копии знамени Победы наряду с государственными флагами Российской Федерации и флагом Республики Хакасия. То же самое должно быть и над всеми учреждениями, нашими зданиями республиканскими. Вот этот вопрос, Андрей Серафимович, я попрошу проконтролировать. Знамя Победы – это символ поражения нацизма, победы советского народа в этой тяжелой, суровой войне. Поэтому да, давайте отдадим долг памяти.